Ich heiße Sie ganz herzlich zu unserer Jahrespressekonferenz willkommen an einem ganz besonderen Tag. Побывав на пресс-конференции фирмы Labkabel в Штутгарт-Файнген по итогам прошедшего года и планам на этот год, я узнал много интересного. Как о состоянии этой фирмы в посткризисный период, так и об ее планах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Застолбив место на огромных рынках Индии и Китая, группа LAB взялась за Индонезию, Филиппины, Малайзию, Вьетнам и другие страны этого огромного ареала. Также Андреас LAB представил новые продукты фирмы. На предприятиях фирмы LAB в Штутгарте работают и русскоязычные работники, которые там на хорошем счету. Поэтому их самый главный шеф в своем интервью выдал почти все слова, которые он знает по-русски. Ja, ich grüße unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kundinnen und Kunden. Und es freut mich ganz besonders, dass wir einen neuen Internetkanal haben, der auch auf Russisch sendet. So, ich sage, na zdorovje, viel Glück, mir, druzhba und Prospekt.